Так, добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер. Сегодня 14 июля и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас отскочил от ключевого уровня 1.13.704 и движется вниз. Первая цель продаж по моим расчетам составляет 1.13.088. От этого уровня возможно продолжение покупок. Пока что формируется такой глобальный флэт. Ждем пока у этого уровня. Если провалится ниже, то максимальная цель продаж будет 1.12.707. У фунта ситуация тоже примерно такая же. Уровень 1.25.548 был пробит сегодня утром. И сейчас фунт движется к уровню 1.25.227 на этом уровне уже нужно будет смотреть, посмотрим, как себя он поведет. И если пробьет его, то продажи продолжится. Если отскочит и сформирует точку входа на покупку, будем покупать. Пока что на сегодня цель такая. Японская иена сейчас, вчера еще пробила ключевой уровень 107-170 и сегодня его протестировала. Сейчас она формирует достаточно хорошее движение вверх Первая цель новых покупок это 107-427. В идеале сегодня будет достигнуть, достигнут уровень 107-611. Канадский доллар также сейчас пробивает свой ключевой уровень. Это уровень 1.36-192. И покупки сегодня должны достигнуть уровня 1.36-686. Индекс SP500. Очень хорошее движение дал он вчера вечером. И сегодня на данный момент я ожидаю отката. Отката к уровню 3178,4. И уже от этого уровня продолжение продаж к уровню 3121,2. Естественно, при условии формирования точки входа и если расчеты совпадут. Расчета отката. Золото. Золото пока что больше похоже на флет. По моим расчетам сейчас происходит откат к уровню 1794.23. Здесь нужно быть очень аккуратно и внимательно, и, потому что от этого уровня золото может развернуться обратно во флет. Либо если все-таки пробьет этот уровень, то еще спустится до уровня 1789.67. И если это произойдет, то там уже нужно будет ждать отката и уже дальнейших продаж нефть. Нефть неплохо вчера свалилась уже поздно вечером. Сейчас, точнее на сегодня, я ожидаю следующий сценарий. Откат к уровню 42.53 и продолжение продаж к уровню 41.11. То есть, учитывая АТР нефти, то это очень такой правдоподобный сценарий. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. «А подписывайтесь на мой канал. Приходите ко мне на бесплатные уроки по трейдингу. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле.